Добрый вечер. Здравствуйте. Вот сегодня вечер Валентина Григорьевича Распутина, и хотелось бы с вами побеседовать. Как вы относитесь к творчеству Валентина Григорьевича? Его произведения я начал читать еще в 8-9 классе, когда был школьником. Первая его книга, которую я прочитал, это была книга «Живи и помни». Сейчас очень приятно, что я присутствую на этом вечере. Ну и хотелось бы поближе поговорить с Валентином Григорьевичем, узнать его мнение насчет нас, молодых, подрастающего поколения. Я студентка из Монголии. Вы знакомы с творчеством Валентина Григорьевича Распутина? Я знаю. Я читала его произведение «Живи, помни». Это на монгольском языке или на русском? Монгольском языке. Утенкова Ирина, студентка филологического факультета Иркутского государственного университета. Распутина я очень люблю и люблю давно. Повлияло ли творчество Валентина Григорьевича как-нибудь на определение вашего жизненного пути? Очень, очень. Хочу стать учителем старших классов русского языка и литературы. Вы тоже студент? Да, студент. Я приехал из Сирии. Вы что-нибудь слышали о Распутине, знакомы с его творчеством? Распутин. Распутин, я думаю, что он известный писатель. Все хорошо знают во всем мире. А еще у нас в Сирии они знают Распутин. Все люди верят Распутина, потому что он всегда говорит правду. Я Владимир Владимирович Петрович, заведующий кафедрой журналистики Иркутского университета. Как вы относитесь к творчеству Валентина Григорьевича Распутина? Я отношусь более чем хорошо. Любим Распутина, чтим, уважаем. Это наша гордость, душа, Сибирь. А часто вам приходится встречаться с Валентином Григорьевичем? Ну, не так часто, но регулярно. Я перед каждой встречей с Валентином Григорьевичем очень волнуюсь. И мне хочется вновь и вновь слышать и видеть его. Мы ненасытны в своей любви к Распутину. Добрый вечер, дорогие товарищи. Начинаем нашу встречу. Вот, начнем ее, как говорится, богословясь. Вот, поговорить, наверное, есть о чем у нас. Хотя я пока еще не знаю, о чем мы будем говорить. Все это будет зависеть от ваших записок. Но, в общем-то, нетрудно и представить, о чем пойдет наш разговор. Потому что разговор сейчас, где бы он ни был, в каком бы зале, в каком бы месте, обычно идет, отвечая на три основных вопроса. Вопросы эти тоже известны вам, известны они и мне. Это шухшинский вопрос, что с нами происходит, и вопросы, которые заданы были еще значительно раньше, что делать и кто виноват. Ну, что делать и кто виноват, на это труднее, наверное, будет ответить. Вот что с нами происходит, может быть, мы общими усилиями и постараемся. Я буду не только говорить со своих слов, постараюсь, по крайней мере, это делать. Думаю, что мне станут помогать в этом и читатели, потому что есть письма, которые запоминаются очень хорошо. Как бы не хотел ты их забыть, они все-таки остаются в памяти. Я думаю, что на все вопросы я не смогу ответить так, как вам бы хотелось, потому что никто полной истины знать не может. А писатель тоже вправе ошибаться и может, наверное, ошибаться. А потом ведь тоже, понимаете, задавать вопросы – это больше даже дело писателя. Еще Чехов как-то в одном из писем говорил, что для писателя важно правильно задать вопрос, не ответить на него, а задать правильный вопрос. Это уже дело общественности, ваше дело затем отвечать на эти вопросы, и, то есть способствовать этим ответам делом, что ли. И для человека, который хочет знать истину, который хочет знать правду, пытается понять ее очень трудно. Потому что мнения настолько разные, настолько взаимоисключающие даже друг друга, что разобраться в этом, ну, неискушенному, что ли, вот в такой политике общественной мысли очень и очень трудно. Поэтому я понимаю, в общем-то, положение людей, которые сейчас пытаются найти правду, и не могут найти эту правду, и которые вот как в нашем случае, рвутся на такие вечера, пытаясь услышать эту правду из уст людей, которых они, может быть, уважают.
Но и тут, в общем-то, эту правду тоже услышать трудно. Это будет одно из мнений, человека, который тоже об этом размышляет и пытается что-то понять. Я забыл еще сказать вам о том, что, хотя это и не принято на таких вечерах, но я кое-что почитаю из того, что делаю в последнее время. В общем-то, вот тут уже вопросы как раз об этом есть. Вопрос о Байкале. Вы знаете, что год назад, в апреле прошлого года, было принято правительственное постановление о защите Байкала. Это не первое уже постановление. До этого принимались тоже подобные же постановления. Но это отличается все-таки тем, что оно радикально ставит вопросы охраны Байкала. Охрана и рационального использования природных богатств озера Байкал. Но вот когда охрана, я все-таки понимаю, но когда вот это вот продолжение есть, рационального использования, это всегда несколько опасно, потому что как только начинают рационально использовать богатство, переходит за ту грань, где рационально все-таки уже становится нерациональным. Разумеется, Байкал можно эксплуатировать, и можно, очевидно, и нужно эксплуатировать, но все-таки делать это необходимо в меру, так, чтобы Байкал не был испорчен. После этого правительственного постановления мы все вздохнули свободнее. Нам показалось, что теперь и Байкалу гораздо легче будет дышаться. Смущал нас только поначалу один пункт, который касался водоотвода промстоков с Байкальского целлюлозного комбината. То есть трубы, а отвод этот должен был сбрасывать стоки в реку Иркут. Река Иркут у нас пока еще чистая река. В общем-то, не хотелось бы, чтобы она была загажена. И вот тут, очевидно, уже не удалось бы никому сделать то, что удалось сделать, то, что вы наблюдали на улицах Иркутска, постам защиты Байкала. Эти посты охраны Байкала, защиты Байкала, собрали больше сотни тысяч голосов против этой трубы. И не посчитаться с таким мнением, конечно, уже было нельзя. Нельзя было не посчитаться. И с этим мнением посчитались. Недавно было принято решение, дополнительное решение, во изменение того пункта в постановлении, касающееся трубы. Так что теперь вот трубы не будет. Для Байкала-то это не легче пока. До 1993 года, пока будет работать Байкальский целлюлозный комбинат, эти стоки все-таки будут сбрасываться в Байкал, а это далеко не чистые стоки. А труба, она затевалась, как мне кажется, для того, чтобы оставить комбинат на месте. В общем-то, этот расчет был виден совершенно ясно. Вот. И расчет, который имели в виду и министерство, и Госплан, чтобы с помощью этой трубы, когда бы считалось, когда бы общественность успокоена была тем, что теперь уже Байкальский комбинат свои стоки в Байкал не льет, а он отводит эти стоки, что Байкал в безопасности. И вот на этом основании Байкальский комбинат мог таким образом и остаться неизвестно сколько. И сейчас-то, в общем-то, непонятно еще, не ясно, будет ли к 1993 году он перепрофилирован на Устилимскую площадку. Площадка эта выбрана, но проекта пока еще нет. А самое главное, что сейчас снимается финансирование с Устилима. И тут опять просматривается, мне кажется, расчет министерства ли, госплана ли, просто ли технократическая мысль к тому, что, к чему уже привыкли, что ладно, постановление принимается, а вот выполнять постановление, ну посмотрим, что из этого будет. Когда-нибудь, может быть, придется выполнять, но практика у нас такая была, Может быть, придется выполнять, а может быть, не придется. Много чего ведь было обещано. Обещания даются часто. Меня вот удивило, когда я был в Швеции, есть такой там на севере город Сунсваль. Небольшой городок, 100 тысяч жителей всего в этом городке. И там 3 целлюлозных комбината. В одном этом городе 3 целлюлозных комбината. Химический завод, машиностроительный завод и алюминиевый завод. Производство все, как видите, не очень чистое. Да не просто не очень чистое, а грязное производство. Город этот, в общем, по своей экологической обстановке вместе с Гетеборгом, шведским городом, считается в этом отношении одним из тяжелых городов тоже. Вот. Но там, когда алюминиевый завод решили расширять, то есть пристраивать к нему еще цеха, город потребовал гарантии от компании, чтобы это производство было чистым. Компания такой гарантии дать не дала и отказалась от этого строительства. То же самое произошло и с химическим заводом. Спустя 2 года, первая попытка такая была, я помню, в 80-м году,
как они говорили. Спустя два года такую же попытку сделала химическая компания. Вот, тоже она решила, значит, расширить свое производство. И опять общественность, или как у них там называется, опять город потребовал гарантии, что это производство не будет вредным. Компания, разумеется, хотя там технологии совсем другие, чем у нас, компания таких гарантий дать не могла. И строительство это было не то, что приостановлено, не начато даже. Больше всего меня удивило здесь то, что компания не давала гарантий. Она откровенно говорила, что не может дать таких гарантий. А представьте себе наше министерство. Вот, какой-нибудь Минэнерго, Лесбумпром, Химпром. Вот. Да они бы тут же дали эти гарантии. Дали тут же бы гарантии, начали строить. А там будет, что будет. Вот. Разумеется, эти гарантии не стали бы выполняться. Вот. Общественность опять стала бы волноваться, отвечать некому. Пройдут годы, меняется руководитель. У нас обычно ведь отвечать некому. Меняются руководители, и приходят новые люди, которые ссылаются на тех, кто был когда-то, что вот нельзя было давать в то время гарантии, станут говорить, и действительно нельзя было давать. Но, однако же, слово, в общем-то, ничего не стоит. Вот то же самое происходит здесь, и я представляю, чем придется заниматься в самом скором времени Байкальскому движению. А сейчас уже можно говорить о Байкальском движении. Если прежде, еще несколько лет назад, были одиночки только, которые боролись за Байкал, вот, в лице Галазия, в лице ученых, писателей, то сейчас это далеко не одиночки. Сейчас стало, конечно, гораздо легче. И даже вот в том движении, которое выходило на улицы Иркутска, когда собирали подписи, а там были ученые, и студенты, вот, и журналисты, и писатели были, и художники. Вот. А ну до поры до времени деятельность этого общества, эффективность его была под сомнением, пока к нему не примкнули женщины вот с тех самых сел, которые должны были пить стоки Байкальского целлюлозного комбината по Иркуту. Как только примкнуло к нему женское движение, а женское движение это очень много значит. Когда берутся женщины, не зря Платонов как-то в записных книжках говорил, что любой вопрос надо начинать с женщин. Вот, очевидно, любой вопрос, в том числе экологический, надо начинать с женщин. И когда берутся женщины, то тут поддержка была просто огромная. Огромная поддержка. И как-то я, вот, который следил за этим движением, я там не участвовал почти, потому что посты проходили без меня, хотя участвовал я не в уличных этих демонстрациях. Вот. Как только я увидел, что пришли женщины с Иркута, у меня уже появилась уверенность, что все будет в порядке. Так оно в конце концов и вышло. Потому что они уже заботились о здоровье своих детей, не просто о своем здоровье, а о здоровье своих детей. Это всегда производит впечатление, с этим не считаться сейчас нельзя, очевидно, не так-то просто. Вот это и... Тут уже победа была, что называется, за нами. Так что теперь вот роль от этого байкальского движения, очевидно, она будет контрольная, что ли, контрольно-проверочная такая. Сейчас очень важно будет проследить за тем, чтобы все-таки обязательства выполнялись министерством вовремя, вот, при перепрофилировании комбината на Устилимскую площадку, вот, чтобы все в свои сроки происходило. Но этого все-таки мало, очевидно. Байкал, он портится не только целлюлозным комбинатом, хотя шума больше всего из-за целлюлозного комбината. И обычно говорят, что доля загрязнения целлюлозным комбинатом Байкала меньше 1%. Это, конечно, неверно. Доля его гораздо больше. И все-таки не основная доля приходится на Байкальский целлюлозный комбинат. Далеко не основная. Основная доля, очевидно, все-таки загрязнение приносит Селенга. Она очень грязная теперь уже река. Вот. Баргузин тоже. Сельское хозяйство, где применяются химические удобрения, тоже нельзя бы применять. И постановлением как раз применение отменяется как раз в тех колхозах и совхозах, которые на берегах рек, втекающих потом уже в Байкал. Вот. Загрязнения идут с нашей Ангары, вот с этого крупного промышленного узла между Иркутском и Черемхово. Он захватывает, конечно, и зиму тоже, а сейчас там большая промышленность. Мало того, он захватывает даже и Братск, потому что выбросы, воздушные выбросы даже из Братска достигают Иркутска. Вот. А тут
При всех тех хороших мероприятиях, которые запланированы постановлением, вот, эта сторона как раз, что касается Приангарья, то здесь на ближайшие 15-20 лет как раз в несколько раз, то есть в 2, в 3, в 3,5 раза вот, предполагается увеличение химической и нефтехимической промышленности. Увеличение промышленности – это значит, будут увеличиваться выбросы воздушные, не только воздушные выбросы. Опять понесет Байкал, то есть Байкалу предстоят не совсем легкие времена, даже и при выполнении, при точной букве выполнения вот этого постановления. О Байкале можно много говорить. Можно говорить здесь, в общем-то, и об Эладеисе, об опасности, которая появилась не сегодня, но узнали о ней мы совсем недавно. Эладея – это водоросли. Называют ее канадской чумой. Появилась она на Байкале лет 20 назад, говорят. Появилась сначала на восточном побережье, ну, в теплых местах, очевидно, в дельте Серенги, Барбузина. Вот. А затем стала распространяться. Стала распространяться уже по всему Южному Байкалу. И тут этому поспособствовали даже и ученые. Ученые, которые завезли ее в Большие Коты. Там станция биологического института Иркутского университета. Вот. Они проводили там с ней какие-то опыты, ну, необходимы, очевидно, опыты, как им казалось. Но знают, иркутяне, вернее, знают о том, что у нас осенью началась массовая гибель нерпы. Или это какая-то инфекция, или это все-таки здесь, опять-таки, причина антропогенное заражение. Пока ученые толково ответить на этот вопрос не могут. Вот. Или не хотят, может быть, есть вот какие-то уже выводы, но не хотят, может быть, чтобы не пугать опять-таки нас. Потому что ученые это все-таки ведь так же, ну, тут можно говорить о литературе, об искусстве вообще, о науке. Это не значит, что наука, она вот имеет дело только с объективными данными. В последнее время наука это стала, ну, иногда такой проституированной отраслью, вот, наших изысканий, что ли, вот, и выводов, что становится просто страшно. И когда с этим сталкиваешься, понять ничего не можешь. Ну, ученый ты, вот у тебя в руках, значит, приборы, у тебя выводы в руках. Можно делать из этих выводов, ну, какие-то результаты. По этим результатам можно принимать определенные меры. Нет, могут из черного сделать белое. Чем долгие годы занимался Институт экологической токсикологии вот этого самого Министерства лесбумпрома, вот, приданного Байкальскому целлюлозному комбинату, который 20 лет доказывал, что стоки Байкальского комбината, они совсем не вредны для Байкала, а в каких-то отношениях даже и полезны. Ну, я говорю, что о Байкале можно многое говорить, в том числе вопросы туризма. Вот здесь уже есть вопрос о том, что как я отношусь к тому, что японцы нам будут помогать охранять Байкал. Вот, значит... Я считаю, что вообще вот эта концессионная, что ли, практика, в которую мы ввязываемся, никогда она не могла красить, не могла украшать любую страну. Как будто мы сами уже не можем построить гостиницу из сибирской лиственницы. Вот ведь в чем прелесть Байкала, что он привлекает к себе внимание отовсюду. Не просто какое-то внимание любопытствующих, это ведь какая-то духовная приманка в том числе. Духовная тяга к Байкалу людей, которые никогда-то не бывали на нем, никогда его не видели. И не только из-за рубежа, но отовсюду просто. Человеку хочется приехать на Байкал, ну как в храм, просто попить этой водицы, как святой водицы. Конечно, народ поедет, и, конечно, японцы будут качать деньги, и, конечно, мы будем на это смотреть. А научиться ничему не научимся, потому что, ну, пока сам не возьмешься, не научишься. Ну неужели уж мы сами не в состоянии построить для гостиницы, хорошая гостиница? Но почему нужно отдавать все в чужие руки-то? Неужто настолько мы разучились и хлеб выращивать, и строить, и, ну, и книги писать? Может быть, мы скоро и писателей будем приглашать? Вот киношники, они уже приглашают режиссеров. Где же, в общем-то, наше достоинство, наша гордость, где наши силы, где наши возможности, таланты наши где? Почему вот так вот распыл-то все легко идет? Мне кажется, все-таки это неверно. Вот, и политика, практика вот такая, ничего хорошего, в общем-то, она ни самосознанию нашему не даст, ни экономике. Ну, экономику, может быть, подстегнет до определенного случая. Но ресурсы-то, опять-таки, наши природные не бесконечные. Это идет ведь речь об интенсивном выкачивании природных ресурсов. Да.
тут очень много вопросов о национальном сознании, национальном вопросе. Вот. Я предвидел эти вопросы и заготовил текст. Я прошу прощения. Читаю я не очень хорошо, но что же делать? Мне хочется это зачитать лишь потому, что ну, тут есть вещи, которые не хотелось бы проговаривать. Нужна точность просто уже. Так вот, что касается национального самосознания, национального вопроса вот, и многих других, сейчас это один из самых острых вопросов, знаете вы прекрасно. О нем много пишут, много говорят, еще больше об этом шушукаются. Это уже вызывает ну, определенное противостояние даже в нашем обществе и заметное довольно, вызывает даже некоторое озлобление, преувеличенное, вы сами это прекрасно понимаете. Меня задело в одной из статей утверждение о том, что слово «патриот» в русском языке не должно иметь первого лица. Это значит, что никто из нас не вправе сказать о себе «я патриот», а может надеяться, что кто-то скажет о нем «ты патриот». Или после смерти напишут в прощальном слове «он был патриот». Выходит, что декабрист Раевский был слишком нескромен и многое на себя брал, когда говорил, цитирую, «Если патриотизм – это преступление, я преступник. И пусть суд вынесет мне самый ужасный приговор. Я подпишу приговор». Конец цитаты. И все другие, кто искренне считал себя патриотом, не имели, значит, морального права присваивать себе это звание, потому что оно не захватывается, а даруется. И по нравственной этике не приличествует награждать себя добродетелями, пока этого по достоинству не сделают другие». На первый взгляд, тут есть здравый смысл. Мы настолько обобраны в правах по отношению к своей родине, что почему бы нам не отдать еще одно, именное? Тем более, что каши из него все равно не сваришь. Казалось бы, это не так уж и существенно. Важно быть патриотом по характеру и целям своей деятельности, а не считаться им. Важно внести свою долю в патриотическое сознание и деяние, а оценку себе можно и не давать. Важен результат, а не обозначение. И все это было бы так, когда бы патриотизм был правом тайного или клубного общества, которым, правом, можно пользоваться, а можно не пользоваться, и в которое, в общество, можно вступить, а можно выступить. Но патриотизм – это не право, а обязанность, хоть и кровная, почетная, но тяжелая, и, как выясняется сейчас, довольно опасная обязанность, которую в меру своих способностей и сил должен нести каждый гражданин той земли, что отдано ему под отечество. Из отеческого общества выйти нельзя. Можно не исполнять свою обязанность, но в таком случае эту долю придется взять другому. Неисполнение этой обязанности есть гражданское дезертирство. Когда оно становится массовым, это дезертирство, происходит сначала ослабление, потом загнивание, потом разложение государственного организма, и в конце концов из него получится совсем другой продукт. Так в истории бывало. Человеческий организм в правильных движениях руководится разумом. Для государства разумом прежде всего является патриотическое сознание. Есть оно, государство крепко. Нет, огромные беды могут ждать это государство, и только слишком счастливый случай – и да и то не без патриотического вмешательства может его спасти. Чтобы далеко не ходить, вспомним, что предстало вынести нашей стране после 20-х годов, когда патриотизм, как сознание народа, был заклеймен и втоптан в грязь. Слово «патриот» считалось синонимом слова «белогвардеец». Память ассоциировалась с дикостью и невежеством. Но когда встал вопрос, быть или не быть в стране, когда потребовалось спасать ее от фашизма, за ним – втоптанным в грязь и обруганным, пошли и поклонились, другого выхода не было. После 45-го года, когда именно патриотизм выиграл войну, впервые, кажется, сейчас происходит, что подступают к нему с циркулем и линейкой, пока еще с оглядкой, с оговоркой, но с видимой целью устроить перекроемую и перешив. Нет, патриоту не только можно, но и должно знать себе патриота. Это не милость. В каждом из нас, не утерявшем национальные корни, независимо от того, какой бы нации мы ни принадлежали, это чувство столь же живо и зримо, как чувство к детям. Спрашивать ли нам у современных иллюминатов, зваться ли нам
отцами своих детей? А если нет, почему надо спрашивать, называться ли сыновьями своей земли? Потому только, что среди нас могут сыскаться экземпляры, способные присвоить себе это звание без заслуг. А разве меньше самозванцев среди тех, кто без непорочного зачатия называет себя Иисусом Христом? Значит ли это, что не будь Христа, не было бы и сумасшедших? Как-то унизительно на исходе 20-го столетия слышать, что мы не способны отдавать себе отчет о своих делах и поступках, знать их меру и пользу, и что только избранные, подобные жрецам, на своих весах станут судить наши земные дни. Но вот и еще вопрос. Патриотизм, патриотизм, а что такое патриотизм? Пока понятие это окончательно не низложено, на него ссылаются и им прикрываются все, в том числе и те, кто уже сейчас загодя готовит ему обвинительное заключение. Стороны, занимающие совершенно противоположные позиции, как было с поворотом рек, с Байкалом, Сиваном, Ладогой, Аралом, с переустройством исторических городов, да и с самой российской историей, как происходит с революцией в искусстве, уничтожающей старые ценности, как происходит с гласностью и демократией, которые раздирают на части для групповых флагов, никто не забывает пока о патриотизме и потребностях Отечества. Не надо обольщаться, что неправые заблуждаются искренне. Что было в цене, на том и шла спекуляция. Теперь на любовь к Отечеству станут наверняка ссылаться меньше. Демократия с чужого плеча брезгует ее, ставки на нее понижены. Все смешалось в российском доме, будто патриотизм, как отец многочисленного семейства, уже скончался, и все его сыновья, родные и неродные, кто любил его и презирал, приумножал и транжирил его достояние, все они с одинаковым правом грызутся из-за наследства. И коль вспомнили мы автора «Все смешалось в доме», надо вспомнить, что и он, Толстой, добавил свары этому дому, когда решительно заявил: «Патриотизм – это рабство». Это я привожу слова Толстого. «Патриотизм – это рабство». И как продолжение звучат слова Достоевского: «Рабство у передовых идеек». У великого человека и заблуждения бывают великими. Отзываясь так о патриотизме, Толстой перепутал, очевидно, грешные наши дни с Царством Божиим на земле, когда люди всех народов и рас готовы лобызаться друг с другом. А он об этом именно и говорит в одной из своих статей. Готовы лобызаться друг с другом, и патриотизм, как протест на губах, может им в том помешать. Слова Толстого прозвучали 100 лет назад, за кое всемирное лобызание, которое представлялось Льву Николаевичу близким, отодвинулось теперь за 10-е горизонты. Только поэтому я и беру на себя смелость сегодняшней, хоть и низкой, но все-таки далеко продвинутой кочки утверждать, что Толстой ошибался. Ныне, чтобы защищать от поругания Ясную Поляну, без патриотизма все-таки не обойтись. Как безжалостно даже и к великим поправляет иногда жизнь, не отходя от могилы, сильное, но неверное суждение. И Ясная Поляна тому яркий пример. Она нуждается не просто в патриотизме, как в действенном, охранном и благодетельном чувстве к родной земле и ее святыням, которого достаточно было, этого чувства, чтобы отбивать Ясную Поляну от фашистов, но перед отечественными манкуртами, духовными недорослями и фарисеями она нуждается в патриотизме вдвойне и втройне, терпеливом, неустанном и жертвенном, встречающим перед собой сегодня таранные действия, завтра казуистику, послезавтра эквилибристику, и все с непогрешимостью истины в последней инстанции. Малосильный перед такой сплоченностью и гибкостью, оглядистый, перебивающийся, как с хлеба на квас, с надеждой на отчаяние, патриотизм сейчас делается еще и подозрительным, дурно пахнущим. Мы вовсе не против всемирного братства, но разве нельзя каждому народу прийти в него со своим собственным лицом? Слабее от этого будут объятия или грешнее от этого станут поцелуи? Как в природе рассыпаны краски, без которых человеческое зрение превратилось бы всего лишь в холодное снятие изображений, а человеческая душа онемела бы, так и человечество расцвечено и разбогачено нациями, чтобы учиться друг у друга, любоваться и удивляться друг другу тянуться из жажды красоты и познания. Многонациональность землян – это радужность, музыкальность, чувственность и полнота мира. И что же, от всего этого отказаться, употребить свою деятельность на исчезновение наций и языков, на осушение традиций и обычаев,
на отвержение всего этнического и исторического, сжечь и пустить по ветру идеалы неразумных отцов, а во имя чего? Во имя всеобщего братства с единым мировым правительством, столпам которого мы, нагие, свободные от национальных одежд и предрассудков, пойдем с восторженным воплем: «Свобода, равенство, братство, делайте из нас что угодно, мы ваши». Этого, что ли, мы хотим? В цивилизованных странах, и в нашей тоже, межнациональные раздоры и недоразумения больше всего теми объясняются, что народы грубо влекут к всемирному обызанию и не дают им возможность любить и уважать друг друга без принуждения и ущемления, по праву равных друг перед другом и перед создателем языков. И взнятый сегодня мстительно и дружно жупил с русским национализмом – это все-таки подделка. Мстительно, потому что не торопится он, народ наш, двигаться к столпам мирового правительства. Ему достаточно правительства своего. И не торопится он отказываться от родного языка, от песен и заповедей отцов. Не торопится выводить детей из пробирок, чтобы были они на одно лицо, окончательно выбрасывать на свалку свою культуру и мысли. В любой семье, как известно, не обходится без урода. Есть, разумеется, и у нас люди с дурным голосом. Но судить по ним о русском самосознании, как об идеологии шовинизма, как о стремлении строить свое благополучие на несчастье других, это даже и не ложь, а что-то до того несусветное, что не имеет пока и названия. Беззастенчивое, грубое, но раз за разом повторяемое, старательно нажеванное для потребительских мозгов, оно подталкивается с экранов называется позицией и набирает единомышленников всюду, где они могут сыскаться. Причем делается это открыто уже и массированно. За счет какого интересного народа мы, русские, строили или строим свое благополучие? И где оно у нас, это благополучие? О всемирной отзывчивости русского человека говорили не только русские, а после Достоевского, который сказал об этом лучше всех, не раз Россия снимала последнюю рубашку, чтобы вызволить из беды всех, вызволить из беды других, кто способен и не способен помнить добро. Не от того ли, что слишком были отзывчивы и мало думали о себе, о сохранении своего тела и духа, и добились, что с опаской и извинениями приходится называть себя русским, будто уже и слово это объявлено запретным или недействительным. По какой такой логике всемирного братства, если мы хотим удержать свой народ от унижения и забвения, то это значит, что непременно ненавидим другие народы, или, правильнее сказать, другой народ. Если так рассуждать, то человек, любящий свою мать, должен непременно презирать чужих матерей. Нельзя разве, любя свою, чтить и уважать других за то лишь, что они матери? У каждого человека это должно быть в крови, без мировой прогрессивной мысли, которая самые простые вещи запутала порой и извратила до противоположности. Остатком разрозненной, как разбитая армия нынешней русской мысли, придется взять на себя вину за то, что она не умела, а может быть и не хотела противостоять, не умела даже заметить своего вытеснения из общественного обихода. Она так долго молчала, соглашаясь с происходящим, что когда наконец одумалась и принялась невнятно и недружно с извинительными поклонами лепетать, что, кажется, есть еще такая нация, которая лишь недавно считалась великой, и что не совсем же она превратилась в археологическое погребение. Это было воспринято сначала как бестактность среди приличной компании, затем нарушением общественного порядка, а сейчас уже преступлением против человечества. Если и сегодня на самом краешке самосознания, чтобы не огорчать других и самим не огорчаться от неприятной хулы, если мы сегодня опять умолкнем и согласимся, пойдем на поводу у передовых идеек, то можно не сомневаться, что завтра присвоенные у человечества человеколюбивые лозунги они обратят против нас в уголовный кодекс. «Мы русские, какой восторг!» – воскликнул фельдмаршал Суворов в опьянении от подвига своих солдат. Воскликнул, быть может, излишне восторженно. Сейчас бы так никто не посмел. Можно было, наверное, и поумеренней. Но поздно поправлять Суворова. Пусть не восторгаться, но гордиться каждому человеку принадлежностью к своему народу совсем не повредит. Армянину, что он армянин, эстонцу, что эстонец, еврею, что еврей, а буряту, что бурят.
Позвольте уж и русскому пристроиться к этой шеренге семьи вольной, дружбы, дружной, без улюлюканья. Кое-какие заслуги перед мировой культурой и цивилизацией есть и у него. Гордость за свое происхождение в любом народе правомочна уже одним происхождением, которое проходит невидимый нам, но строгий и справедливый отбор. Народ не может явиться случайно. Ему, как известно, предшествует нравственное начало. А коль предшествует нравственное начало, стало быть, вклад во всеобщее развитие. Что лучше? Братство безродных и униженных или братство знатных и возвышенных? Неужели и над этим вопросом надо разводить сегодня стряпню? Закончить я хочу уверенностью, что пусть и на самом краешке, но все-таки успели. То, что не смогли от робости и необразованности сделать мы, сделают сейчас наши великие соотечественники прошлого. Поэтому и злятся, и навязывают нам торопливо и запоздало свое толкование патриотизма новые евангелисты, что видят. Завтра им придется иметь дело не с одиночками и не с неформальными объединениями, а с народом, который обрел память. Российская история в именах Карамзина, Ключевского и Соловьева будет массовым и великим открытием России. На свидание со своей родиной пойдут вслед за первыми тысячами миллионы и миллионы, и прозревшие, наставленные национальной судьбой, они, очевидно, разберутся, что такое патриотизм. Никогда в нем, в российском патриотизме, не было и не будет ни любви к другим народам, как и к нам не может быть недоброжелательства со стороны любого другого народа. То, что пытаются посеять между нами просветители с карманами и фонариками, подающие друг другу тайные знаки, к народам никакого отношения иметь не может. Я просто уверен в этом. Но вопрос, как ваше отношение к обществу «Память»? Меня уже связывают с этим обществом, называют чуть ли не вдохновителем этого лозунга, этого общества. Вот, по крайней мере, значит, тем, кто поддерживает его непременно. На основании той статьи, вернее, того выступления, которое было сделано в Горьком на съезде общества охраны памятников истории и культуры летом прошлого года. Это выступление было перепечатано в первом номере нашего «Современника» в этом году. Ну и вызвало, разумеется, бурную довольно реакцию. Потому что для одних я, в общем, и потерял уважение, для других, наоборот, приобрел это уважение, как будто недостаточно было того, что, в общем, делалось в литературе. Ну, отвечая на вопрос о памяти, я ни с кем из лидеров памяти не знаком. Слушал, вот, ходил это немало по стране, записи их. Записи вот тех вечеров, которые они проводили в Москве, очевидно, не только в Москве, они выезжали и в Прибалтику, и в Ленинграде проходили у них заседания. Мне прежде всего нравится вот та часть их деятельности, которая связана ну, с охранной работой в нашей стране, что сейчас очень важно. Вот, с борьбой против алкоголизма, за патриотическое сознание, о чем я сейчас говорил, ну и многое другое. Это все у нас сильно назрело. Это все уже нарвало, но в такой нарыв уже, который требует разрешения. Вот. И память одна из первых об этом стала говорить откровенно. Вот. А что касается теперешней программы, не знаю, я как могу выуживаю это из тех ругательных статей, которые в избытке появляются в наших газетах, потому что сам я с программой памяти не знаком. Это не значит, что я полностью поддерживаю память. Но я и не хочу, в общем-то, вот так относиться к ней, как, ну, как к фашистам, вот, черносотенцам, как к националистам, вот, и присоединяться к тем ярлыкам, которые сейчас выдаются, наклеиваются на эту память. Тут нужно, очевидно, разобраться. Довольно интересный вопрос, что происходит сейчас с нашим читателем. Читатель, очевидно, не стал читать меньше, но вот если судить по письмам, которые приходят сейчас писателю, о литературе читатель перестал размышлять. О чем угодно он может говорить вот в связи с перестройкой, а проблем, конечно, очень много. Эти проблемы взгромоздились уже настолько высокой горой, что дело соскальзывает с них уже как с отвесной просто стенки. И нагромождать эту гору просто уже какими-то новыми проблемами уже иной раз и не хочется.
потому что вот эта вот двигательная часть перестройки, она все-таки значительно отстает. Конечно, не так все это просто. Для этого потребуется время, для этого потребуется усилие. Для этого потребуется, в общем-то, наша объединенность, очевидно. Пока не произойдет консолидация сил, патриотических сил, готовя перестройку, готовя те изменения, которые сейчас произошли, добиваясь их, вот сами-то к этому оказались не совсем готовы. Мы оказались не готовы подхватить ее мыслью общественным движением, общественным мнением, общественным вот, сопровождением, что ли, так вот даже, не сопровождением, наверное, надо говорить просто уже и о тяге. Мы к этому оказались не готовы и потянули все в разные стороны, когда представилась, в общем-то, для этого возможность. Так что теперь действительно задается больше вопросов, присылаются иногда свои работы, свои мнения о литературе, как будто уже и забывается. Но вот тут есть вопрос, на который все равно придется отвечать, так или иначе, вопрос о молодежи, вот вопрос о молодежной культуре. Ну, молодежная культура. Очевидно, всегда существовала молодежная культура. То есть я говорю в том смысле, что вкусы молодежи должны отличаться от вкусов взрослых. Вот. Все-таки, ну, молодость и горячая кровь, она должна брать свое. То есть нужны, очевидно, какие-то другие ритмы, нужны более свежие идеи. Есть у Толстого статья такая «Неделание». Вот. Он там приводит мнение молодежи двух великих французов Золя и Дюма. Значит, в одной из газет Золя пишет о том, что до чего все-таки сейчас замечательная молодежь. Что вы сделаете все, что не сделали мы. За вами будущее. Вот. Мы, значит, чуть ли не коснели в своих предрассудках, вот и закоснели. Очень-то мало мы сделали. А вы сделаете все, и вы просто, ну, прямо-таки золотая молодежь. Вот. Все, вся правда на вашей стороне, все дела на вашей стороне. А Дюма тот предостерегает, что вот все мы, каждое поколение находилось в точно таком же опьянении. Мы приходим, первый раз приходим в мир, вот, нам этот мир нравится, вот сам по себе этот мир нравится, но не нравятся порядки, которые в нем существуют. И, разумеется, нам хочется эти порядки изменить в лучшую сторону. Нам кажется, что только мы и способны эти порядки изменить, что у нас-то это лучше всего и получится. И вот он предостерегает как раз Дюма, а того, чтобы молодежь не обольщалась все-таки, не обольщалась вот этими мечтами, что все пройдет. Вот. Дай Бог, чтобы мир немножко изменился, а в общем он и останется таким же сложным, неуютным и неустроенным миром. Вот. И дай Бог, чтобы добра немножко прибавилось в этом мире благодаря вам, что на это должна направляться деятельность человека. Вот. Вот. И он предостерегает от пресмыкательства перед молодежью, от пресмыкательства и заигрывания. Хуже всего все-таки, что мы заигрываем с молодежью. Это, в общем-то, наблюдается прекрасно сейчас. Это заигрывание продолжается. Вот. И вы слышите те же самые слова, что вам удастся сделать то, что не удалось нам. Вот. И все это у вас получится. Часто довольно такие слова звучат. И когда спрашивают о том, ну какая у нас молодежь, хорошая или плохая у нас молодежь? Да не хорошая, не плохая. А ровно такая, какой она и должна быть. Потому что во всех своих грехах, во всех своих ошибках и достоинствах она происходит из нас, из того, что мы сделали. Что мы сделали с обществом, как мы воспитывали эту молодежь. А воспитывали, надо сказать, вот, если не говоря о теоретическом воспитании, мы ее все-таки плохо. Дело мы ее воспитывали, разумеется, плохо. Мы плохо хозяйничали, мы плохо берегли свои ценности. Мы плохо берегли, вот о чем я говорил уже, свое национальное достоинство. А от этого, в общем-то, и получилось так. От этого получилось так, что молодежь из нежелания принимать одну фальшь кидается к сомнительным ценностям. Не должно происходить вот это повальное увлечение роком. Вот что опасно, мне кажется. Оно может быть. Ну, очевидно, ну что такое, вот когда говорят о том, что ну, надо ли запрещать рок? Да, наверное, все-таки не надо запрещать рок. Хотя это и опасное явление, это очень опасное явление. Гораздо опаснее, чем вам это кажется. Проживете вы еще 10 лет, и вы поймете и увидите это сами, потому что это неизбежно, с возрастом все-таки глаза становятся зрячей. Рок – это не просто другие ритмы, это не просто другое общение. Это уже революция в культуре. А эта революция, вот на Западе мы обычно ссылаемся, вернее, вы ссылаетесь на то, что на Западе это давно, и ничего страшного не происходит.
и экономика там процветает, вот, пожалуйста, значит, и социальные условия, ну, в общем-то, и свобода там процветает. Ничего не происходит страшного, живут люди, не погибают, а загнивают, так мы давно уже говорим о загнивании капитализма, а что-то плохо, мол, он загнивает, вот, никак до конца догнить не может. И мы за этими, в общем-то, фразами, как, этими фразами защищаемся и защищаем вот это свое мнение. А на Западе издается сейчас, и особенно в последнее время, да не только в последнее время, а уже лет 20, издается немало книг, которые говорят об опасности вот этой культурной революции и о наступлении на культуру массированного, причем наступление массовой культуры. А, в общем, рок – это не просто массовая культура, это гораздо больше. Это уже, значит, пленение сознания, пленение вкусов и воли, самое главное – воли. Тут можно говорить и о медицинских аспектах, о психологических, об общественных аспектах этой опасности. Ну, поймете, разумеется, поймете, была бы душа, но дело-то ведь как раз в том, что души-то не останется. Есть такая ленинградская группа «Телевизор», вот, они исполняют обычно, да все эти почти роковые группы, исполняют свои песни, то есть песни на свои слова. И у них там есть в одной из песен такие слова, обращенные к нам, разумеется. «Только прошлое в ваших руках, ну а завтрашний день вам у нас не отнять». Это уже счеты такие. Вот, завтрашний день вам у нас не отнять. Ну, просто злость, что вот ничего вы с нами не сделаете. Это сегодня вы на нас, значит, пытаетесь нас приструнить, а завтра мы придем. Мы придем, а что же вы придете и будете так вот прыгать, как сегодня прыгаете? Ну, завтра-то, когда мы уйдем, уйдут другие, я говорю, не о себе только, и не только о нашем поколении. Да ведь в том мире, который сейчас существует, соревнования, это не в том, кто лучше прыгает в роке, и кто, у кого сильнее эти звуки, там, наверное, не в этом совершенно. Никто у вас и не собирается отнимать этот завтрашний день, и невозможно отнять, но беда-то в том, что вы сами у себя его можете отнять. Вот. Время-то, вот как говорит старая народная мудрость, свое время надо употребить вовремя. А гражданинам нужно становиться не в 30 лет. А вы можете и в 30 лет им не стать, а гораздо раньше, и даже не в 20. Очевидно, все-таки и пораньше нужно становиться гражданином. Если потеряете время, вот этим-то и отнимете у себя завтрашний день, а может быть, и вот в той борьбе, которая сейчас существует, может быть, и... Может быть, и профугуете Россию, как знать. Ну вот опять есть несогласные, которые спорят со мной по поводу рок-музыки. Ну, наверное, нужно сказать, что рок-музыка это тоже, ведь у нее много направлений. Вот, и жесткая рок-музыка, и мягкая рок-музыка, вот, и, значит, ядовитая рок-музыка, когда это вместе с наркотиками бывает, а рок-музыка сама по себе ведь наркотик тоже. Вот, и подсознательное ее действие на человека очень сильное. Сейчас медики об этом много говорят и пишут. Потом на Западе есть ведь еще и ну, тайная информация, которая несут в себе диски рок-музыки. Когда прокручивается назад, этот диск прокручивается назад. Это наверняка дойдет и до нас. Все плохое, что есть на Западе, приходит сейчас и к нам, так что и нам это предстоит. Я думаю, что я могу вам возразить. И вот вы сказали, что рок сам по себе, как музыка, это наркотик. Я хочу обратиться к последнему журналу, вот 88-го года, «Политического образования». Это солидный, авторитетный журнал. Так вот там была буквально на 3 страницы подборка различных писем на материал, который был опубликован ранее по этой теме. Так вот, там есть письма совершенно разных людей, и в частности, которые говорят и против рока, которые говорят за. Ну вот, например, значит, я запомнила очень письмо подросткового нарколога, которому 30 лет, он занимается, это специфика его профессии, он занимается с подростками, которые, значит, страдают алкоголизмом, страдают наркоманией. Так вот, он пишет прямо, что я рок как наркотик не признаю. Он сам слушает рок, но он говорит, что у меня рок никогда не вызывал желания употреблять наркотики или же вот там, как это принято в нашей прессе, и везде, значит, буйствовать там и что-то такое. Понимаете, по-моему, нельзя рок отрицать именно как стиль. И, по-моему, от того, что мы говорим, как он плох, его слушать меньше не будут. Вот мне кажется, что наоборот, я где-то сталкивалась с таким мнением, что когда перестанут раздувать вот этот ажиотаж вокруг рока, делать его запретным, а у нас все-таки его делают запретным,
то тогда, может быть, молодежь быстрее отвернется от него. Я, например, не хочу, чтобы меня приняли за какую-то ярую поклонницу рока. Нет. Ну просто, значит, я не согласна вот с такой позицией. Понимаете? Я думаю, что я могу высказать свое мнение. Мы же ведь пришли на встречу разговор с писателем. Все правильно. А чего же мне сказать мнение? Ну, видите ли, ну позвольте с вами все-таки не согласиться. Не согласиться с мнением того нарколога подросткового, который слушает рок. Ну, понимаете, там когда было я не пью водку, мнение. Я тоже считаю, что водка это не наркотик, и никакой беды от него нет. Вот. Я как раз говорю о том, что не нужно запрещать рок, но не нужно его и пропагандировать. Вы напрасно думаете, что рок запрещает. Никто его не запрещает. Сейчас в гораздо худшем положении находится фольклорная музыка. Так вот, вопрос касается меня, как пришел в литературу, почему не пишу сейчас рассказы и почему занимаюсь тем, чем занимаюсь сейчас. Если говорить о себе, то я не собирался быть писателем, я деревенский человек. Вот, до 17 лет жил в деревне, в 17 лет, как принято теперь гордиться, впервые увидел паровоз, впервые приехал в город, когда приехал поступать в университет. Вот учился я в университете, закончил этот университет. Вот, пошел в молодежную газету, в Иркутскую молодежную газету «Советская молодежь» в начале 60-х. В этой газете создалась совершенно особая обстановка. Из того состава редакции 11 человек стали потом членами Союза писателей. Среди них был и Александр Вампилов, и Евгений Суворов, и, ну, правда, Вячеслав Шугаев работал в другой газете, и Юрий Скоб тогда был, и многие другие. А у Вампилова к тому времени вышла уже книжка рассказов. Ну, у Вампилова вышла книжка рассказов, а почему бы, казалось нам, и нам не писать рассказы. И я тоже написал первую книжку. Вот книжечка эта была довольно слабая, как я теперь понимаю. Вот и стараюсь не вспоминать я об этой книжке. Хотя, в общем, моя книжка, куда денешься. С первыми своими рассказами я поехал в Читу на совещание молодых писателей Сибири и Дальнего Востока. А это было это почти 100 лет назад, в 65-м году. И вот тут, можно сказать, мне повезло, и навсегда я сохраню благодарную память к Владимиру Алексеевичу Чевелихину, который, на счастье, оказался руководителем нашего семинара. Рассказы были все-таки слабые, кроме одного, который я продолжаю печатать. Но Чевелихин все-таки что-то увидел в них, сказал обо мне неплохо на семинаре, передал, я помню, даже один рассказ по телефону в «Комсомольскую правду», где он тогда работал. Рассказ этот был напечатан, это меня, разумеется, вдохновило. И я, вернувшись уже к себе домой, стал писать и другие рассказы. Так вышло в Красноярске в 67-м году первая книжечка моих рассказов и очерков. Я считаю все-таки ее первой. Почему я сейчас занимаюсь больше публицистикой? Ну, во-первых, потому что кто знает, сколько продлится перестройка-то у нас. Хоть мы и оптимисты, вот, оптимисты, но... Я говорю даже не то, что она может быть ну, отпячена назад, не столько даже об этом. У меня теперь уже появилась уверенность, что этого быть не может. Другое дело, что она во что-то перестроится, перестройка тоже может перестроиться. Вот, примет какие-то другие формы, формы не совсем нужные, что ли, для развития нашего общества. Но то, что она пойдет, в общем, вперед, это бессомненно. Но я боюсь, что, может быть, мы слишком быстро достигнем всего, что нужно-то. Достигнем того и добьемся тех задач, которые ставит перед собой перестройка. А если добьемся, то ведь мы можем добиться не того, чего хотим и о чем сейчас мечтаем. Потому что вот эта вот борьба, которая сейчас происходит, борьба в общественной мысли, борьба в искусстве, она ведь борьба совсем не безобидная. Она принимает порой все-таки жестокие формы. И на чьей стороне сила, кто может победить, я пока не представляю. Тут дело не в том даже, что на чьей стороне истина, правда. Вот. Каждому из нас кажется, что правда на его стороне. Я не думаю, что уж так сознательно хотят извратить, испортить искусство вот, и повлиять извращенной мыслью на общество. Нет, наверное, все-таки. Это происходит от ошибок и заблуждений. Но ошибки и заблуждения, когда они, в общем-то, перерастают уже в другое понятие, они могут обойтись нам дорого. Вот поэтому и приходится, в общем, бросать, как мы говорим в таких случаях, вечное слово, то есть чистую такую литературу и браться за публицистику. Хотя это у меня получается хуже гораздо.
Мне легче писать повесть, гораздо легче писать рассказ, и больше я могу написать. И я с удовольствием это делаю, я отдыхаю даже, когда работаю. А писать очерк, писать публицистику для меня очень тяжелая работа. И хуже получается, а поскольку хочется, чтобы это было не совсем плохо, то пишется медленнее, по нескольку раз возвращаешься к одной и той же странице. Ну, то есть результативность получается довольно низкая. Но все равно хочется, ну, хочется сказать свое слово и участвовать вот в этой борьбе, в этом процессе, который сейчас происходит. Потому что я со своей стороны считаю, что во многом вот та сторона, которой принадлежу и я, что эта сторона во многом права. Вот, права ли, как лучше сказать. Наверное, все-таки так. И не хочется упустить время. Не хочется упустить время, потому что потом, может быть, уже и поздно. Потом, может быть, поздно, потом нас объявят, значит, уже ну, всем чем угодно, и никто нас слушать не будет, и уже приглашать вот такую аудиторию не будет. Потому что мы будем и, значит, и реакционеры, и черносотенцы, и обскурантисты, и чем только могут нас не назвать. Вот. Всякое может случиться. Так что вот не хотелось бы, чтобы все-таки этого случилось. Чтобы это случилось. Так мне тут и до утра не ответить на все вопросы. Вот такой вопрос, записка такая. Все ваши лучшие произведения написаны в годы застоя в стране. Это было для вас время творческого расцвета. Какие творческие планы у вас на время перестройки? Какие крупные произведения вы нам еще подарите? Ну что же делать, я в этом не виноват, если время, в общем, моей молодости пришлось на время застоя. Тут уж никто из нас не виноват. Это не мы выбираем. Не мы выбираем времена, вот, которые называются теперь по-разному. Вот это уж как придется. А потом, понимаете ли, вот когда считалось, что все хорошо у нас, и даже прекрасно, и лучше некуда, то, что мы называем теперь временем застоя, то вот здесь, и это уже явно совершенно, об этом можно говорить без оговорок, искусство объединилось в том, чтобы говорить, что нет, это не совсем так. В общем, оно поднималось и говорило, что не совсем все хорошо, не совсем все прекрасно, что нарушаются, в общем-то, многие нормы и общества, и многие права человека нарушаются, и вообще справедливость нарушается. Вот. Искусство не стеснялось об этом говорить. Другое дело, что не всегда это удавалось сказать ему громко, но кто хотел слышать, тот слышал все-таки об этом. Вот, ну, мы не будем сейчас говорить о тех, кто в общем, поддерживал все это, кто владел вот таким золотым пером, прославляющим действительность. Вот интересно, это золотое перо сейчас у них очень быстро превратилось в черное. Те, кто тогда больше всех, значит, прославлял, что все хорошо и прекрасно, те сейчас больше всех пишут, насколько тогда все было плохо. Вот, и не могут найти ни одного светлого пятна, громят те застойные времена. Они нуждаются, конечно, они нуждаются в пересмотре, они нуждаются в том, чтобы говорить о них правду. Но уж не может же быть такого, чтобы все было плохо. Существовал народ, худо-бедно он нас кормил, существовало искусство. Вот. Мы хранили свои ценности, духовные и нравственные ценности. Как могли, все-таки их хранили. И держали совсем, мне кажется, неплохо. Для тех времен и для той обстановки все-таки удавалось это делать совсем неплохо. То, что сейчас вот по многим вещам пошло, ну, просто в распыл, на что сейчас пошло наступление. Так что вот видите, время застоя тоже нельзя рассматривать, что вот так вот была одна помойная яма, и больше ничего не было. Да что ж, если бы мы только в помойной яме тогда развивались, что бы из нас получилось-то? Где же мы успели отмыться-то? За это время-то как бы мы успели отмыться? Даже если говорить о молодежи, то нельзя тоже молодежь на одну доску ставить. У нас очень разная молодежь. Очень разная молодежь, и есть сейчас те же общества, молодежное общество, и немало их, опять-таки, которые выступают против этой массовой культуры. Я могу сослаться на новосибирское общество. Есть у меня их программа, есть у меня их записи. Ребята занимаются очень полезным делом. Есть фольклорные фестивали в том же Новосибирске, в которых участвует молодежь. Каждый год собираются лучшие фольклорные коллективы со всей страны, и не только страны. Они умудряются приглашать даже из-за границы.
и проводят ну, просто замечательные праздники народного искусства. Вот, так что все на один аршин мерить нельзя. Все гораздо сложнее, все гораздо разнообразнее, чем бы нам хотелось. А легко действительно одной краской написать, да и все. Многие наши беды, многие наши и нынешние беды, которые еще грядут к нам, от того именно и происходит, что мы свою историю, вообще оттолкнули в свое время, отказались почти от нее. И только сейчас начинаем возвращать. И история, и лучшая русская мысль, она была под запретом. Она и сейчас еще во множестве под запретом. Вот восстанавливаются многие литературные имена. Правильно, но печатаются многие книги, которые находились в забвении, которые не хотели печатать, которые отвергала цензура, по разным соображениям отвергала. То есть все это нужно знать. Но ведь мы пока еще и не пытаемся даже восстанавливать, а это надо бы все-таки сделать, чтобы восстанавливать философскую мысль, русскую философскую мысль, которая ну, была просто блестящей, потому что она совершенно особенная русская философская мысль, и нигде в мире такой нет. Она потому что это мысль нравственной философии. И многие имена теперь уже забытые, их необходимо, конечно, возвращать. Вот. И Федотова, и Николая Федоровича Федорова, и Розанова тоже не грех, не все, может быть, книги, но какие-то книги печатать, и, кажется, собираются что-то печатать. Что-то из Бердяева, очевидно. Вот. Из отца Сергея Булгакова. Ну, тут можно называть многих, потому что действительно была ведь у нас ну, просто блестящая мысль, которую знают гораздо лучше в Европе, а мы почему-то не знаем. Это нужно нам. А какие я подарю крупные произведения? Вот. Да не знаю. Мне предложило издательство «Молодая гвардия» написать очерковую книгу о Сибири. А я и перед этим немного все-таки занимался. И занимался историей ее, экологией да, так или иначе приходилось заниматься. Вот. Я согласился. Но мне казалось, что я сделаю эту книжку довольно быстро, потому что сам я сибиряк, казалось бы, немало здесь и знаю. Но когда пришла пора приступать к работе, оказалось, что Сибирь наша гораздо и больше, и гораздо более неоткрытая, чем мне представлялось, и времени это потребовало очень и очень много. Потому что концы большие, север Кути – это вон куда нужно лететь, Тобольск – вон куда, Горный Алтай, вот, и, да и наша Центральная Сибирь. В общем, обо всем хотя бы немного хотелось сказать. Вот сейчас я эту книжку заканчиваю. Подарок это будет или не подарок, боюсь, что это будет не очень приятный подарок, но считаю, что это нужно было написать. Потому что вот уже через пять, и через пять лет даже, не говоря уже о том, что через 10 лет, многие вещи найти было бы очень трудно. И многих людей, и многие события уже было бы не догнать. И не застать ну, какие-то очень интересные осколки старины, которые у нас в Сибири еще оставались. И я счастлив, что все-таки успел это застать. В эту книгу входит и история сибирская, и экология, и этнография, и современное положение, в том числе и сибирского характера. И тоже сибирский характер у нас сейчас очень сильно меняется. И через 5 лет уже нельзя будет говорить о каких-то особенностях сибирского характера. И теперь, пожалуй, только условно можно говорить, что он существует, потому что он разбавился вот, в притоках тех людей, которые пребывали на стройке коммунизма, да и вообще в результате миграции. Он сильно разбавился, он стал походить ну, на обычный русский характер. И мне эта работа была интересна, хотя я говорю, что очень много она все-таки забрала у меня и времени, и сил. И боюсь, что ее придется продолжать. Потому что вот в этом виде, в котором я сейчас ее сдам, я вижу, что очень много не удалось мне все-таки сказать о Сибири. Я там не скажу об Енисейске, вот, о городе тоже, об историческом сибирском городе. Вот, хотелось сказать, но не удастся сказать. Не удалось мне сказать о забайкальских, семейских, тоже очень интересных людях, вот, со своей историей, со своими нравами. И ведь если в России ценится до сих пор сибиряк еще, все-таки сибиряк по каким-то нравственным качествам, потому что считается, что все-таки нравственное твердение здесь осталось. Так и мы в Сибири. Вот если я слышу, что из семейских, у меня сразу к нему появляется уважение, потому что это человек твердых устоев. Может быть, он их потерял, но пока еще вот такая слава за ними остается, и остается, в общем-то, не напрасно. Потому что тот, кто из семейских, это человек надежный, человек, который умеет держать свое слово, человек, который, в общем, знает, что такое ценности.
и знает, что такое совесть. Ну вот вопрос. Впервые слышу такой вопрос, встречаю такой вопрос. Как писатель Распутин относится к тому, что судьбы народа зависят от личностных качеств руководителей партии? Ну как? Очевидно, зависят от личностных качеств руководителей партии. Ну какое-то мы уважение, достоинство почувствовали, когда пришел Горбачев и стал выступать, и стал говорить внятно, стал говорить доступно и умно. Весь народ почувствовал. Но тут вопрос, наверное, все-таки глубже. Легче всего отговориться, как вы относитесь к личностным качествам. Я бы хотел немножко продолжить. Вот. Сейчас много пишут, и во многом пишут справедливо. Тут уж не поймите меня, не примите, пожалуйста, опять-таки, не отнесите к другому лагерю. Вот, о культе личности и о Сталине. Вот. У нас проводится сейчас... возвращаются имена, которые несправедливо были репрессированы. Вот. Тем самым восстанавливается справедливость, тем самым восстанавливаются, значит, демократические нормы в жизни. Вот. Тем самым дается гарантия, что такое может и не произойти впредь. Потому что это все-таки гарантия, когда это делается, когда мы возвращаемся к тому, чтобы вернуть справедливость и сказать правду, то это определенная гарантия. Правда – это всегда гарантия на то, чтобы в будущем правда соблюдалась. Вот. Но как-то, мне кажется, вот кампания, которая сейчас развернута, мы слишком на это смотрим однозначно и ищем причину всех бед только в одном человеке. Вот. Сталин, конечно, сделал немало вреда стране и всем нам. И оправдывать, обелять его никто не собирается. Но не мог, вот я как-то не могу представить, чтобы это мог сделать только один человек. Чтобы создать вот такое орудие подавления, массовое орудие подавления, так свернуть страну с правильного пути, так, в общем, извратить пропаганду, так извратить всю жизнь, и все это может быть только на совести одного человека. Не может этого быть. Но просто по законам жизни, по законам личности, по законам общественного развития, по законам преступлений, по законам... Ну, чего угодно этого быть не могло. Значит, у него были, в общем-то, подвижники, были у него товарищи вот в этих делах. Но почему же мы сейчас все пытаемся свалить только на одного человека? А не потому ли, чтобы скрыть тех людей, которые, в общем-то, ему в этом помогали, а может быть, даже и направляли? Мне непонятно, в общем-то, почему не называется... Почему не называются такие имена, знаменитые, в общем-то, имена, имеющие заслуги большие? Ну, если говорить о заслугах, то и, в общем-то, и в этом имени есть тоже определенные заслуги, в этой личности, вернее. Непонятно, почему не называются имена Ворошилова или имена Кагановича. Мне кажется, все-таки они очень, по крайней мере, не Ворошилов, а Каганович очень мог действовать на нашего Иосифа Виссарионовича во многих вещах. Почему не называются другие имена тоже? Почему вот так вот это однозначно и легко мы решили объяснить только весь этот культ личности, весь тот период только одним именем? Вот. Этого мало, свалить, значит, сейчас это имя. Оно уже и свалено без того. Но все-таки из полной справедливости, я думаю, этого мало. Вы отрицательно относитесь к приглашению режиссеров из-за рубежа. А как же быть с сотрудничеством, которое взаимно обогащает и наше, и зарубежное искусство? Да так и быть. Но приглашать-то ведь, наверное, не воспрещается, но это не значит, что надо непременно приглашать и приглашать в таких количествах. Кино это стало уже просто массовым. По-моему, наши режиссеры прежде всего смотрят, как бы войти в сотрудничество. А войти в сотрудничество не ради кинофильма, не ради искусства, а ради сотрудничества взаимных поездок. Для того, чтобы была возможность поездок за границу, они приезжали, мы ездили туда. Вот это вот, из такого сотрудничества тут вот как раз практика очень мстит искусству, и искусство от этого не очень, мне кажется, не выигрывает. Все-таки лучшие фильмы, которые делались национальными режиссерами, режиссерами своей страны. И американские фильмы, и советские, и французские. Сотрудничество все-таки это, ну вот как сотрудничество в литературе.
Можно, наверное, писать юмористические вещи, можно писать пародии или что-то еще в сотрудничестве. Но я не представляю, как серьезную прозу можно писать в сотрудничестве. Из этого обычно ничего не получается. Это значит, что все-таки работает кто-то, прежде всего, один из авторов, а потом уже смотрит другой. Это все-таки условное сотрудничество. Вот женщины ЦНТИ задают вопрос о воспитании подрастающего поколения. Ну вот считается, что писатель все знает. А как воспитывать? Никто эти из писателей не знает, что делать с ними. Ведь есть настолько, казалось бы, благополучные семьи, где воспитание правильное, и все делается правильно, а не получается. И почему улица больше воспитывает, почему вот какие-то принятые законы улицы так воздействуют на ребенка, тоже в этом, очевидно, нужно разбираться. Но тут вопрос о том, что считается положительным, что дети с раннего возраста воспитываются в коллективе, где, как в большом стаде, делают все, как все. Не отсюда ли наша всеобщая бедственность, бесхозяйственность, безинициативность и тому подобное? Но делать, может быть, такие уж дальние выводы не стоит, но то, что воспитание вот в этих детских коллективах, это, конечно, уродливое воспитание, с этим надо согласиться. Уродливое воспитание начинается с детских яслей, продолжается в садике, продолжается в школе, а потом, когда человек уже уезжает в город, когда он поселяется в общежитии, оно продолжается и дальше. Человеку нигде не дают возможность все-таки быть личностью, осознать себя как личность и строить в себе личность. Но в детском садике, ходят они там отрядом, садятся вместе за стол. Вот. Где-то совсем недавно в одной из газет, буквально я прочитал на днях, женщина пишет о том, что вот она, отдала сына в санаторий, приезжает к нему два раза в неделю и видит, как они ходят там, строем, как садятся строем. И вот она описывает случай. Говорит, сын мой увидел меня, обрадовался, сделал движение побежать, но не посмел побежать к матери, заплакал в строю и все-таки пошел туда. Потом, говорит, когда я спрашиваю у него, а почему ты не кинулся? Он говорит, нет, не разрешается. То есть не разрешается думать, не разрешается где-то выступить из строя, не разрешается делать самостоятельный шаг. Мы уж очень привыкли ходить строем. Это не последствия культа личности, это просто уже где-то заложено в системе, может быть, даже в любой системе вот такого коллективного воспитания. И воспитание семьи ничем не заменить совершенно. Когда мы говорим о наступлении, которое сейчас происходит, о наступлении на нравственность, на духовность, на культуру, надо иметь и это в виду тоже, что происходит наступление на семью. Оно началось гораздо раньше, когда семью обозвали ячейкой общества. Семья есть семья. Но чего вы из нее делаете какую-то ячейку? Ячейка – это уже другое обозначение, коли другое обозначение, другие функции в этой семье. Это уже не члены семьи, а члены ячейки. Они по-другому должны просто уже там и действовать уже. И, конечно, очень многое нужно менять. Очень многое нужно менять в этом воспитании. Все-таки стараться воспитывать личность. Чтобы, во-первых, личность проявилась. Во-вторых, когда она не проявится в младшем возрасте, она уже не сможет проявиться в школе. В школе, в общем, происходит то же самое. Будь послушным. Отсюда поэтому ребята и не хотят быть послушным. Потому что действует закон обратно усилия. Вот его заставляют, ему не хочется. И все это, обратное усилие идет уже в противоположную сторону, в сторону, которую бы не хотелось видеть в нашем воспитании, то есть в сторону нравственных издержек. А потом, когда личности не удалось стать личностью, происходит к тому же еще и консервация. Консервация этой личности, когда мы говорим о том, что не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Простите, это что значит? Не расстанусь с комсомолом, останусь на том же уровне мышления, что ли? На том же уровне дисциплины. Да почему не расстанусь? Ты должен расти. Должен расти как личность, в понятиях должен расти. И, во всем ты должен расти. А не только, в этой комсомольской ермолке остаться на всю жизнь. Вот. А если сейчас посмотреть на комсомол, то он, по-моему, только тем и занимается, что джаз поддерживает, выводит его из подполья. Он из подполья-то его вывел, а не видно, чтобы он чем-то еще занимался. В организации молодежного туризма. Тут еще видна какая-то его работа.
А хотелось бы, чтобы он примкнул к памятному движению. Не видно совсем там этой деятельности комсомола. Вот меня куда занесло, но уж простите, что делать. Вот. Не видно этой деятельности совершенно. Работа вот, по культуре, по правильному строительству культуры, по правильному строительству человека. Что вас волнует в состоянии нашей литературы сегодня? Ну, волнует, очевидно, то, что не появляется сейчас значительных произведений. Мы печатаем, очень много печатаем из того, что было написано раньше, и это необходимо делать. Но не видно вот тех вещей, которые были бы написаны сегодня. Может быть, они пишутся. Может быть, настолько нас оглушила перестройка, что мы не сразу и поняли, не сразу стали понимать, чем сейчас нужно заниматься литературой. Вот, но деревенская литература, по крайней мере, это видно, заметно, она перешла в публицистику, и это очень естественно. Естественно, потому что та литература, которая говорила о ценностях духовных, нравственных ценностях, о ценностях земли, ну, как места нашего рождения, о ценности земли как способа хозяйствования, она должна была, в общем-то, заговорить потом более откровенно, когда пришла очередь, ну, о прямом спасении этих земель всех. В общем, и поэтому и почти все писатели-деревенщики стали затем публицистами. Ну, а что будет стоять за публицистикой? Ну, это уже, очевидно, нужно ждать тех писателей, которые придут вслед за нами. Вот сейчас, мне кажется, очень интересный прозаик Сергей Алексеев. Он бывший сибиряк, жил в Томске, сейчас переехал в город Вологду. Его романы «Слово» и «Рой», сейчас вот он написал новый роман, предложил его журналу «Наш современник». Мне кажется, это очень интересные романы, и писатель серьезный. Вот от них теперь уже нужно ждать какого-то нового слова. А наша обязанность все-таки в том, чтобы ну, достойно донести то, чем мы начали заниматься, потому что времени-то остается уж не так и много. Хотя вот Виктор Петрович Астафьев сейчас публикует новые главы «Последнего поклона». Вот, опубликовал он, значит, «Посох». Вот удивительная молодость у писателя. Удивительная. Когда есть талант, причем когда талант имеет вот, народный источник, он неиссякаем оказывается. А вот у Астафьева источник именно оттуда. Это какая-то стихия. И стихия ну, настолько правильная, если можно так сказать, о стихии, настолько необычная, настолько талантливая, что она кажется, что ей никогда не будет конца. И удивляешься всегда Астафьевскому слову и тому, как он умеет найти то, о чем нужно писать, о чем нужно сказать сейчас, и как он умеет это прекрасно сделать. Так, об Иркутске. Бескультурный ли он город, или город мещан, или какой другой город? Ну, говорить о том, что он бескультурный город, наверное, это было бы слишком сильно. Вот. Когда-то он назывался культурным городом и был самым культурным городом в Сибири. Вот. Культурный центр, и это не преувеличение, так оно и было. Этому соответствовали театры, библиотеки, музеи. Вот. Этому соответствовало воспитание людей, их культура, культура даже на улицах. Сейчас этого, конечно, очень поубавилось. Но опять-таки нет и другого города который, в Сибири, которого заступил бы на место Иркутска. Так что уж оставим его на своем месте, вот, на месте культурного города, но будем иметь в виду, что без культуры это здесь очень много. Библиотеки наши в нищенском состоянии. И фундаментальная библиотека, и областная библиотека довели их до такого состояния, что книги там гибнут. Вот, и прилагают энтузиасты, ну, буквально героические усилия. Из этих усилий мало что получается. У нас в стране, я вот вспоминаю цифру, что на культуру, народное образование, науку, искусство из капитала вложения отводится только 4,5%. А в Иркутской области и того меньше, 3%. Но вот при таком отношении к культуре, ну, разве может быть какой-то толк? Это же слишком мало. Когда мы говорим о перестройке, и ждем от нее результатов. В общем, результаты будут. Они будут, очевидно, уже в ближайшие годы, но, может быть, не так быстро, как нам хотелось бы. Но народ мы накормим, сделаем его сытым, удовлетворим его потребности в товарах народного потребления. Ну а потом что? Накормим, обуем,
дадим все эти безделушки, а как быть с идеалами-то все-таки? Фальшивые или не фальшивые, но в пору нашей молодости какие-то идеалы были, они оказались фальшивыми. Но сейчас-то ведь идет дело к тому, что вообще мы остаемся без всяких идеалов. А сытости, наверное, этого все-таки недостаточно. Сытость без идеалов, сытость без духовности, без правильной духовности, она ведь принесет очень много новых проблем. Задуматься, конечно, об этом нужно сейчас, иначе нельзя. Я начал с библиотек, театры у нас в таком же сейчас состоянии находятся. Театр – это вообще особый разговор, потому что театр переродился у нас. Он вошел в число тех, кто сейчас выступает против культуры. Вот. Он несет какие-то антикультурные начала. Театр у нас стал похож, я не знаю, вот на Непмана или КМВ-Ажера, которые стараются выгодно продать товар свой, и которому для того, чтобы продать, делают все для того, чтобы клубничку ли подать, или эстраду ли сделать. Все для того, чтобы народ шел. А идут-то чаще всего на какие-то скандальные вещи, которые извращают многие ценности, многие нравственные, духовные ценности. Это беда вообще всех наших театров, очевидно, российских, потому что театр как-то странно свернул в сторону. Не странно, но быстро свернул в сторону. Когда-то ведь вместе с литературой, вот в этот застойный период, театр выступал одним голосом, если можно так сказать. Сейчас мы поем на совершенно разные голоса. И остались буквально единицы театра, которые продолжают это психологическое направление русского театра. Психологическое и ценностное. Потому что дело искусства все-таки сохранять душу. Если говорить как об историческом городе, о нашем Иркутске, конечно, сейчас, в общем, стало жить несколько легче. Легче, чем было это 5-7 лет назад, когда вообще не понимали, не хотели понимать, что такое исторический город, что такое исторический памятник, что такое историческая зона. Все-таки хоть и медленно, но изменения какие-то происходят. Если же, в общем-то, происходит слишком медленно, конечно. Разрушение памятника все-таки по России продолжается. Если вы посмотрите газеты, если вы послушаете, продолжаются они в таком ведь прекрасном историческом месте, как город Псков, продолжаются они в городе Иванове, когда сносятся памятники. Вот в Чите недавно был случай, когда уничтожили археологический памятник. В центре города уничтожили археологический памятник, чтобы построить там овощехранилище. Все ведь делается по ночам, как и в Иркутске это делалось, когда сносились исторические памятники, в том числе Горбатый дом. Вот. Все делается по ночам, когда, в общем-то, честные люди должны спать. Они честные, они работают в это время. Вот. Они как раз и выходят на такие вот действия. Ночью, только ночью, когда нельзя остановить. Это происходит повсюду. И, конечно, общество охраны памятников делает благородное дело, делает героические усилия для того, чтобы спасать наследие наше, чтобы спасать его. Но оно очень маломощное, это общество. Возможности у него многие отняты, потому что отняли у него и коллективное членство, отняли у него те сувенирные заводики, которые приносили небольшую прибыль, и с помощью которых можно было что-то делать. Сейчас оно в нищенском состоянии. Да к тому же еще и насаждаются на эти общества, кстати, как и в общество фонда культуры, бывшие партийные работники, которые по каким-то причинам не смогли работать в своих больших домах. Их вот так вот устраивает получше. А это люди ведь духовно совершенно глухие. И, конечно, они с легкостью отдают под разрушение памятники, как это чаще всего и бывает. Это относится не только к Иркутску. Неужели хотя бы часть своих доходов, которые получает промышленность, нельзя отдать на спасение исторических памятников, на спасение исторических городов? Да вы же здесь и живете, в этом же городе. Вам же легче и лучше будет жить. Вот такой вопрос. Стало ли человечество лучше за последние 2000 лет? И станет ли лучше в будущем? За 2000 лет, наверное, оно стало все-таки лучше. Потому что почти ровно 2000 лет пришло на землю христианство. Раньше пришло иудейство, позже пришел ислам. Вот. Религии свое дело сделали в нравственном отношении. И сделали огромное дело. Все-таки мы не те уже дикие люди, хотя и там существовали какие-то нравственные нормы. Но по сравнению с теми людьми мы, наверное, все-таки во многом изменились. Другое дело, что сейчас распыляются нравственные понятия-то. Подменяются даже они. Нравственное как-то соединяется вместе с безнравственным. Их удалось положить в одну в постель, а дитя вот этого брака, оно не всегда бывает все-таки человеческим лицом.
Конечно, человек и человечество стали лучше, мысль не напрасно работала, та же техническая мысль, наверное, чего-то добилась, и не напрасно работала. Мы находимся уже в другом положении во всех отношениях. Вот. А что будет в ближайшем будущем? Римский клуб, он предполагает, что человечество обречено уже через 30-50 лет. Если все будет продолжаться в таком же темпе, будет продолжаться в таком же темпе промышленность, изъятие природных ресурсов, также будет накапливаться вооружение и так далее. Но 30-50 лет – это срок очень небольшой срок. Так что это и может ждать человека. Может ждать человека. Тут вот я говорил о Байкале, но для того, чтобы говорить об экологии, наверное, мало одного Байкала. Тут не только ведь Байкал. Не только Байкал, и так или иначе здесь придется затронуть борьбу общественного мнения и победы общественного мнения за последние годы, которые считаются победами. В общем-то, ведь побед никаких нет. Давайте мы возьмем поворот северных и сибирских рек, строительство было приостановлено, проект был отправлен в научное дополнительное изучение и так далее. Мы все стали бурно выражать по этому поводу радость, потому что, по крайней мере, в ближайшие пятилетки, видимо, поворота северных и сибирских рек не состоится. Но, однако же, победы-то нет. Поворота как такового, может быть, и не состоится, хотя и тут нет полной уверенности. Но, тем не менее, Министерство мелиорации и водного хозяйства, которое собиралось этот поворот совершать, оно, в общем, свое дело делает. Оно свое дело делает и делает его в том же самом русле, в котором и собиралось делать. Так что говорить о победах общественности очень сложно, очень сомнительно. И с большими приходится оговорками. Чего-то добиваться удается. Но когда чего-то все-таки добившись, нет уверенности, что это не будет возвращено на прежнее место или даже двинуто обратно, то есть двинуто в обратном направлении. Валентин Григорьевич, у меня к вам вопрос как члену редколлегии журнала «Наш современник». И тем более наша встреча, она входит в рамки дней нашего современника в Иркутске. Вот часто приходится слышать, что это, дескать, журнал даже в печати такой появляется, закостеневший, чуть не человеконенавистнический, хранитель устоев застоя и так далее. Не далее, как сегодня, я тоже услышал такое мнение. И вот сегодня же пришел в почтовый ящик третий номер журнала. И, как всегда, он, на мой взгляд, очень живой, хранящий устои именно нравственности и, главное, постоянно борющийся за трезвый образ жизни. И у меня вопрос к вам. Ваше отношение и, сказать, доля вашего участия в этом журнале? Я член редколлегии этого журнала. Почти все, что написано мной, напечатано в этом журнале, начиная с последнего срока, за исключением небольших, может быть, рассказов, все я печатал в нем. Вот. И, разумеется, с позиции этого журнала я согласен, я могу быть не согласен там с какими-то статьями, мне могут нравиться или не нравиться проза, поэзия ли в этом журнале, но с позиции я согласен. Сейчас многие журналы делаются несколько на скандале. На то, чтобы печатать то, что не было напечатано, что пользуется сейчас интересом. В одних случаях это доктор Живаго, в других случаях это история государства российского, Карамзина, хотя бы полярные, в общем-то, вещи. Но интерес к ним огромный, потому что это давно не было напечатано, что касается истории государства российского. За советский период ни разу не было напечатано. А доктор Живаго, слава о нем идет как о значительном произведении, которое было напечатано только на Западе, и которое из-за каких-то, в общем-то, острых вещей не могло быть напечатано у нас, и наконец-то вот это произошло. Вот. И слава Богу, что произошло. А в общем-то ведь литература долго не продержится на том, что было где-то в запасниках. И мне кажется, наш современник делает правильно, когда, коли все журналы кинулись искать все, что есть в запасниках, то он остался уже журналом современным. Остался журналом современным и продолжает все-таки жить нынешними материалами. Но кому-то нужно быть таким журналом. Кому-то нужно оставаться при своей собственной позиции. Я не буду сейчас говорить о том, что плохая или хорошая эта позиция, но это журнал со своей позицией, которую он поддерживает в течение, по крайней мере, тех 20 лет, пока я его знаю.
Владимир Григорьевич, мне хочется опять свернуть на тему экологии. Дело в том, что сейчас разговоры идут упорные слухи о строительстве ГЭС на Лене. Я сам с берегов Лены, меня этот вопрос волнует. А как вот вы слышали такие разговоры, нет? Как вот вы это бы оценили? Хотелось бы узнать. Так разговоры, тут не просто разговоры, не только Лена. Ну, проекты Ленской гидростанции, они ведь давно существуют. Но равнинные гидростанции строить нельзя. Нигде нельзя, будь это на Лене или на Енисее. Вот предполагается строительство ГЭС. Вообще произойдет, конечно, опять-таки форменное безобразие, если Енисей запрут вот это кольцо из гидростанций, которые собираются там делать. Вот на очереди сейчас строительство ГЭС, в которое только море разольется больше, чем на 1000 километров. Это море будет гораздо больше Братского моря, еще в 2 раза больше. Вот. Нигде уже, нигде в мире равнинные гидростанции не строят. Нигде совершенно. Только мы это продолжаем. Продолжаем это делать. Это же относится, разумеется, и к Ленским проектам. Еще один вопрос можно? Вы сказали, что писатель должен ставить вопросы. Сегодня мы весь вечер задаем вам вопросы. И вот уже, наверное, сейчас к концу вечера, какой бы вы вопрос задали нам? Я бы поставил этот вопрос так. Что дают вам эти вечера? По крайней мере, я в их пользу, в общем, верю мало. Никто не может сказать никакой истины, пока не придешь к этой истине сам. Я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы еще не потеряли интереса ко мне, несмотря на всю мою реакционность. Вот. Спасибо вам за внимание, за терпение и желаю вам всего самого хорошего.